Это просто... Это кринж. Мы ни в одной из этих частей Грэнни так медленно не передвигались, как в этой. Привет, мои дорогие! Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа, и сегодня мы с вами играем в Грэнни первую часть и проходим ее на картах, потому что это единственная часть Грэнни, которую я почему-то на картах не проходила, поэтому пора это исправлять. Давайте нажимаем с вами плей, плей на Тилька Плей. С вас, как всегда, лайк, с вас подписочка, а мы начинаем проходить на картах. Главное правило — это всегда передвигаться на картах. Посмотрим, получится здесь или нет. Помню, как я в третьей Грэнни читернула. Лайк, если ты тоже это видел. У нас 5 дней. Надеюсь, я смогу это сделать. Потому что для меня, наверное, Грэнни первая, она одна из самых таких долгих, сложных. Потому что вот тут все бегаешь, вот туды-сюды, муды. Чуть-чуть FPS просаживается, но тут в Грэнни всегда так. Так, все, вроде все, зашибись. Так, берем фонарик, и игра началась. Ой, я такой медленный. Ё-моё. Ребят, ну это ГГ, ВП. Мне кажется, бабка быстрее меня будет. В разы просто. Мне кажется, в других частях мы были как-то побыстрее, как будто бы. Здесь прям вообще мы такие медленные, это кошмар. Улитка и то быстрее плывет. Так, здесь я просто осмотрю. Ну, надо ж как-то... подсматривать. О, ГГВП. Я даже не успею зайти за поворот с такой скоростью. Нас убьют. Нас убьют. Нас не убили. Повезло, повезло. Опа. Бринч. Не, ну это капец. Что со скоростью? Почему мы такие медленные? Почему? Это реально настолько... Это будет, я тебе отвечаю, это ГГВП. Это что за херня? Вы чего? Это что оно такое медленное? Как будто я уже навалил пару лишних килограмм, они меня тяготят. Понимаешь? Они меня реально тяготят. Да уж. Отягощение. Не... Это невозможно будет пройти на картах. В предыдущих частях мы хотя бы... Да иди ты в жопу! Извините, а что это значит? Это ГГВП. Мы умрем. Ну это просто, это невыносимо. Это скорость, это даже, это реально, это медлительнее даже черепахи. Бабка быстрее передвигается, чем мы вот это вот идем на корточках. Это такой кринж. Половица даже быстрее скрипит, чем я двигаюсь. Ребят, это ГГ. Это просто ГГ. Я даже не могу, понимаешь? Как-то побыстрее бежать. Просто я очень медлительный. Посраться. Ну ладно. В надежде на кровать. Давайте посидим под кроватью, потому что вон бабка стоит. Как хорошо, что я спряталась под кровать. И она меня не заметила. Мне кажется, это невыносимый будет челлендж здесь. Мы его не сможем выполнить, даже если поставим изи. Сейчас мы, кстати, играем с вами на нормале. Но я думаю, что даже на изи мы не сможем пройти, потому что бабка здесь явно быстрее. А наш уровень скорости передвижения на картах значительно ниже, и он в полной жопе. Он в такой жопе, что мне кажется, в такой жопе уже больше быть нельзя. Я даже не знаю, что и как с этим вообще быть, и что с этим делать. И уже даже думаю, что зря я делаю это видео, потому что мы не сможем даже продвинуться дальше куда-нибудь. Потому что это вся наша скорость, понимаешь? Это все. Это просто, это все. Тут ни о каких картах и речи быть не может. Капец, она тут ходит. Тем временем шел четвертый день. Нет, это невозможно. Мы 5 минут, мы не можем просто даже спуститься. Не иди только сюда. Я думаю, у тебя есть другие занятия.
Блин, ну это капец, это нечестно. Может быть, если я вот здесь где-то обойду, оно сработает? Может быть, не проскрипит половица? Пожалуйста, не скрипи. Так, ну, уже лучше. По стеночке с тобою позли. По стеночке куда-то забрели. Ну, пойдем. Да, с такой черепашьей скоростью, я не знаю, это просто, это надо миллион лет это проходить, и не пройдешь, потому что, ну, бабка, она даже быстрее нас. Во второй части это было реально сделать, в третьей части это тоже было реально сделать, в этой части это нереально сделать. Нет, я, конечно, могу попробовать поставить ей легкий уровень сложности, но мне кажется, это не особо поможет. Потому что мы сами по себе медлительные. Я уверена, что она даже на легком уровне сложности, она будет в разы быстрее нас бегать, чем мы. Ну, у нас есть прогресс тем временем. Что-то там наклевывается. Смотри, видишь? Мы с тобой уже почти дошли до подвала. Спустя 5 минут-то. Так, а можно открыть? Так, здесь сидит медведь. И колотилка для этого самого, для колодца. Так, бабка сюда идет. Не рыпаемся. А чё это ты сюда идешь? Иди в другую сторону. Бабуля, иди куда-нибудь туда нахер. Вот и все. Правильно. А то, видишь, что придумала. Неужели других дел себе найти не можешь? Мы вообще-то тут вот нашли себе развлечения. И мы развлекаемся. Как только можем. Так, встаем, смотрим. Ни здесь, ни здесь ничего нету. Блин, мне бы еще периодически смотреть бы в жопу, потому что моя жопа, она под прицелом с такой-то скоростью. Да. Далеко пойдем. Далеко уйдем. Это просто... Это кринж. Мы ни в одной из этих частей Грэнни так медленно не передвигались, как в этой. Здесь, походу, реально это будет первая часть Грэнни, в которой невозможно выполнить этот челлендж. Ну, потому что, ну, как его здесь выполнить, когда у тебя вот такая вот скорость, и ты просто медлительная срака? Реально, у меня просто других слов нету. Но мы пока живем, пока что боремся, сражаемся. А там посмотрим, будь что будет, как говорится. Как бы не попробуешь, не узнаешь. Вот, поэтому мы с вами пробуем. Еще мне писали вчера на стриме, когда я проводила, то, что... В Роблоксе вышло обновление на Грэнни. Надо будет тоже сходить посмотреть, что же там за обновление в Роблоксе на Грэнни. Может быть, там что-то появилось интересненькое. Вот, надо будет обязательно на это все глянуть. Как же мне хочется нажать букву С, чтобы мой персонаж встал. Ну, это реально, это просто, это невозможно. Мне даже спать захотелось, понимаешь? Настолько все медленно. Так... Я как будто, знаешь, набухался и ползу по этим ступенькам. Такой бухой челик, такой ку-ку, ёпта. Ну что это такое? Ну как? Ну как вот играть вот с такой вот скоростью? Объясните, пожалуйста. А? Я не знаю, вот. Нет, ну, с другой стороны, дом-то большой, если бабка будет в теории где-то в другой стороне, то я как бы тоже буду в другой стороне, но от этого не легче, потому что она быстрее добежит до меня, чем я спущусь с этой лестницы, понимаешь, в чем прикол? Прикол-то как раз-таки в этом, то, что бабка-то гораздо шустрее до меня. Я чисто сейчас проверяю. Все... Ребята, это ГГ. Причем, мне кажется, как будто бы в туннеле мы передвигаемся чуточку быстрее. У вас нет такого чувства? Мне кажется, вот что-то такое вот есть. Бляха, 11 минут. Мы ничего не сделали за 11 минут. Мы только умирали. Ты представляешь, насколько здесь безысходность? Просто безысходность, ребят. Так плохо еще никогда не было, и не могу. Мне хочется встать и просто побежать уже. Это настолько медленно, что просто уже я рыгаю от этого. Я реально, я рыгаю. Ой, мать моя женщина. Короче, я придумала. Давайте изобретать новые правила этого челленджа, потому что иначе... Мы можем проиграть. Если нам будет грозить опасность, мы можем встать и убежать.
Вот. А до этого момента ползаем на корточках. Какой-то маленький малыш. Ну давай, крутись. Вид от, это, от кузнечика лица. Что это у нас? Для Бибики. Хорошо. Пойдемте к Бибике. Блин, не могу. Это просто так тупо, ребят. Вот это реально это настолько тупо, что это даже не прекрасно. Мы просто мы идем, мы очень медленно идем. Очень медленно. Никогда Гренни не была настолько нудной. А-а-а, я уже жалею о том, что начала этот челлендж. Именно в этой части, потому что в остальных это реально было как-то побыстрее. Все-таки они передвигались, а здесь мы как этот додик какой-то такой. Кошмар. Не могу. Я не знаю, как это можно смотреть. Гренни на картах один. Медленнее улитки. Медленнее, не знаю, что медленнее улитки. Черепаха быстрее улитки. Улитка, наверное, самая медленная, наверное. Представляешь, я медленнее улитки. Мне кажется, улитка, если бы поставить рядом улитку и меня, то улитка быстрее до конца вот этого гаража доползет, чем я дойду. Настолько все плохо. Ну просто кринж. Хорошо, мы хоть что-то с вами сделали, ребят. Я нас поздравляю с вами. Это грандиозное событие. Здесь ничего нету. Херово! Так, ну что, вперед, вперед, вперед. Можем, в принципе, взять с вами закрутить сейчас гаечки на вот этом автомобильной херне, на вот этой вот. Я думаю, что я вовремя залезла в этот шкаф, судя по звуку. Бабка где-то тут. Ой, смотрите, мы решили спуститься в подвал. А что это мы так решили проверить баночки-закруточки, да? Что ты сюда пришла? Деловая ты колбасня. Нет, реально, бабка быстрее меня передвигается. Вот если у меня скорость улитки, то у бабки скорость черепахи. Конечно же, победит черепаха, чем улитка. Я вот прям вот уверена на все 100%. Битва улиток, блин, у нас с ней. Ой, какой ужас, просто ужас. Пойдемте, хуже уже не будет. Один хрен, мы не сможем это пройти. Потому что это, ну, это невозможно. Идем за бабкой. Почему за бабкой? Ну, чтобы знать, что мы в точности сами в безопасности. Так, где-то здесь валялась вот эта вот херня. Не, ну с другой стороны, мы хотя бы с вами хоть что-то теперь делаем, потому что до этого момента мы с вами вообще ничего не делали. А теперь у нас хотя бы есть с вами хоть какой-то движ, да? То есть мы с вами делаем потихоньку вещи. Медленно, но делаем. Какой кринж просто. Я не могу, я уже хочу спать. Это настолько плохо, что уже хочется спать. Весело. И это вообще, это кринж. Это просто кринж. Я не могу. Я не могу это нормально воспринимать. Вот смотри, как сразу все изменилось. Как все драйвово. Смотри, какой мы сразу быстрый. Как сразу стало весело. Посмотри. Как сразу стало весело. До этого было говно какое-то невнятное. Я просто показала разницу. Вот согласись, ты аж проснулся, когда мы начали бежать, а? Вот было такое? Пиши об этом в комментариях. Вот у меня было. Я прям реально, я аж проснулась, когда мы начали бежать. Сейчас вот снова на карты сели, я снова такая. Мне кажется, к концу этого видео я буду спать вместе с вами. Рекомендую смотреть это видео ночью. Чтобы вы наверняка, если вас мучает бессонница, вот, рекомендуйте всем это видео. Это самое прекрасное видео от бессонницы. Потому что я не хотела спать, я теперь хочу спать. Понимаешь? Насколько все плохо. Обосраться. Я это делала ради приклада.
Класс. Класс. А там что? О, ребят. Ой, бабушка, что ж нам делать-то с тобой? У нас такие проблемы по жизни. Это просто писец. Ты такая быстрая, я такой медленный. Она меня видит или нет? Да, видит, смотри-ка. Что ты там моргали, моргалом своим моргаешь? Давайте идти за ней. Но хуже уже не будет. Давайте идти за ней. Ничего себе ты придумала. Ничего себе ты придумала, ля. А можно я тебя закрою? Зайди туда, Галь. Галя, 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 туда. Галя, отмена. Галя, туда забегай. Галя, там шаурму раздают. Галя! Мне кажется, или там сквозь ее лысину проглядывает дед. Вот тебе и поиграли. Вот это я понимаю, обосраться. Слушай, я даже не знаю, как с этим быть. Мне кажется, что это наш последний день. Я даже не буду пытаться это проходить. Потому что это нереально пройти. Но, если вы хотите, я могу попробовать потом изи. Но мне кажется, на изи немного что изменится. Если честно. Вот и поиграли. Как вам? Мне кажется, наш челлендж пошел через жопу. Просто великолепно. Я так счастлива, я так старалась. Как итог, мы ни хера не сделали. На нормале это точно нельзя сделать. Можно попробовать на изи, но мне кажется, что вы сами уже не захотите, потому что, ну, вы видели, насколько это было плохо по сравнению с другими частями. Здесь это максимально медленно, максимально, но дотошно. Вот, пишите, короче, все, что вы думаете в комментарии на этот счет. Ну, а это был челлендж Гренни 1 на картах. Вот, что вышло, то вышло. Не получилось, не фартануло. Не забывайте подписаться на каналчик, смотрите мои другие классные ролики, и скоро увидимся. Пока!